Доброго времени суток. Значит, продолжим наши эксперименты с посадкой грибов на пеньки. Значит, сегодня я буду садить японский опенок. Вот он. Японский опенок. Видно? Японский. Япон. Вот японский опенок. Как видно здесь из баночки. Значит, они немножко получились бракованные, поэтому мне его не жалко. И я сделаю посадку. А не жалко потому, что не знаю, я раньше никогда не садил еще японский опенок на древесину. Но я думаю, березовые пеньки, как вы видите здесь, может быть не самый лучший вариант для опенка. Но так как этого материала не жалко, вот мы его и попробуем на березу, на березовые пеньки посадить. И еще интересно будет, вот тоже были такие эксперименты. Мицелий, скажем так, перетаренный в такой вот мелкий пакет. Из-за того, что здесь нету фильтров, он зарос только с одной стороны, ну, а здесь остался вот как было. Значит, я хочу попробовать вот этот формат, значит, посадку именно вот в таких вот кулечках. Вот. И еще одно, что интересно. Будем садить вот этот мицелий. Я про него уже рассказывал. Этому мицелию уже где-то полгода, да. Где-то в прошлом году мы его делали посадку, и он остался просто в контейнере. И так он стоял в уличных условиях, то есть был и мороз там минус 20. Просто стоял в контейнере до сих пор. Когда я его открыл, вижу, что произошло, ну, вот такое. То есть, видим там какие-то примордии такие несчастные. Мне стало жалко его просто выбрасывать. И вот я решил все-таки проэкспериментировать полугодичный мицелий. Сейчас мы попробуем тоже самое сделать посадку на пеньки. Традиционно, как всегда, вот приготовленное зерно. Вот оно. Еще остывает, то есть идет пар. Ну и будем делать вот такие посадки. Значит, ну что, начнем, наверное, из японского опенка. Так, посмотрим, что там видно. Видно, что не видно. Так, попробуем попасть в кадр. Так, я уже тут будут ноги. Не так важно. Важнее, как будем садить. Значит, ух ты! Что-то кусючее. Так, японский опенок, мы сделаем посадку вот сюда. Что мы там видим? Так, вот сюда, сюда. Видно? Да, вот так вот. Мы сюда сделаем японский опенок. Значит, делаем подкладку. Так, и посмотрим, что у нас здесь. Удивительный случай вообще с опенком. Вот отличительно от всех грибов, ну, вот, сейчас я, наверное, ну не наверное, а точно, выброшу то, что не заросло. Мицелия оказалась, ну вот, выбросили то, что бракованное. Мицелия осталось мало. Я, наверное, 3 баночки сделаю на одну посадку, чтобы было мицелия побольше. Ну и нужно вот сказать, видно меня, сказать, что вот сейчас, когда работаю с японским опенком, вот когда вскрывается баночка с мицелием, запах такого хвойного какого-то бора или леса, ну такое впечатление, как в лесу побывал, но запах просто у него неимоверный. Ой, такой лес, такой живой, просто, просто нет слов. Так,
Не, ну мицелий опенка у меня есть, такой как нужно. Вот. А вот этот я по-быстрому, я просто не уверен, что из этого всего получится, то я вот так его сюда и закопаю. Ну, запах это что-то. Вот, обратите внимание, что я мицелий, который положил, я его руками не мусолю. Материал все-таки стерильный, зачем его дополнительно что-то там мусолить. Ну что, раз уже взяли вот этот пенек, так и будем его сажать. Вот таким вот образом. Вот. Сейчас я буду присыпать. Это не так интересно. Теперь смотрите относительно вот этих пакетов. Ну, в таком формате делать его в этих кулечках, как видите, он плохо растет. И разве что его можно только перетаривать. И это не совсем удобно, занимает времени. Но делали вот там что такое. Таких пакетов там есть несколько. Значит, я решил сделать вообще интересную такую штуку. Мы сюда не будем ложить ни... А в принципе, что не будем, будем, что зерна жалко. Значит, смотрите, как мы сделаем. Мы просто этот пакет, ну вот так вот, сделаем в нем, скажем, дырки. Вот и все. И вот в другом пакете сделаем то же самое. Вот. Теперь вложим опять зерно. Что-то сюда, да? Рыбы? Сюда, что? Да. Тут и классный черный зерно. Да, это такие. Так, ну вот. О, ну все равно меня не видно. Голову отрезал. Ну и все. Вот поставили пеньки и делаем все как обычно. Так, значит, японский опенок, это у нас вот здесь, и здесь деревяшенки в пакетах.
Так, сейчас надо подготовить еще место. Надо подготовить еще место для вот этого пакета. Сейчас мы его приготовим. И часто задаваемый вопрос в том, что как эта посадка не повлияет ли на другие там садовые деревья. То есть боятся люди, что вешенка на них там переселится. Вешенка не растет на живых деревьях. Если видели живое дерево, на нем растет вешенка, значит, это дерево рано или поздно уже, это умирающее дерево, то есть оно внутри там, скорее всего, есть уже неживая древесина, поэтому там вешенка и появилась. На живых деревьях я уже сколько лет занимаюсь, сколько лет выращиваю вешенку, сколько и блоки везде в саду, и работают вентиляторы, то есть там и споры, и все остальное, но вешенки на саду, на деревьях я еще не встречал никогда. Так что за это не нужно волноваться. Так, нужно, ну, в принципе, не буду я еще продолжать там показывать, как буду садить вот это. То же самое, подкладываю зерно. Здесь я не буду ничего делить. Сейчас я сделаю яму побольше и вгружу вот этот весь пакет. Не буду я с ним играться. Мне навалом там того еще мицелия на посадке. И просто здесь эксперимент будет вот в чем. Что будет заложена вот такая мега доза. Попробуем сделать вот так. Завалим все. Весь этот мицелий завалим просто под пенек. И посмотрим, что из этого всего получится. Закончилось зерно. Надо взять следующую порцию. Ну, я думаю, тут больше, в принципе, добавить-то нечего. Следите за каналом. Посмотрим, что будет с зимним опенком. Ну, он вообще-то зимний. То есть зимний, само слово говорит, что он зимний. То есть, что-то не... И вообще опенок, он сильно отличается от вешенки по своему росту, по своим свойствам. И это древоразрушающий гриб. Скорее всего, что так как вешенка, она может дать урожай через полтора месяца, это будет урожай не из пенька, это будет урожай из того мицелия, который мы грузили под него, а из того зерна. То есть мицелий сам по себе разрастается на зерне. И вот первые грибы пойдут рядышком, где-то около пенька. Это грибы будут из мицелия, который заложен. А вот японский опенок, он не даст, так, никогда вот этого не получится. То есть это возможно осенью. И обычно, вот если вы посмотрите фотографии зимнего опенка, то обычно видно, что он из снега как будто растет. То есть рядышком снег, и там вот растут вот эти опята. Древоразрушающий гриб. И до тех пор, пока он эту древесину под себя не переделает, пока он это все не сделает, то урожая не будет. Поэтому нужно будет набраться терпения. Вот, подождать до осени. А с вешенкой довольно-таки все просто. Если сложится погода и все остальное, то где-то через полтора месяца уже будут грибы. И сразу хочу, вот в каждом видео буду про пеньки добавлять. Вот я не сторонник, то есть я вообще противник любого полива вот этих пеньков. Дело все в том, что грибы — это не огурцы. И от того, что вы будете их поливать, грибов от этого, ну, они не появятся. Скорее всего, что здесь рыхлая земля, когда мы будем его поливать, то она будет затекать под пенек, и мицелий там благополучно сгниет, вот и все, и на этом закончится наша грибная эпопея. Сама инициация плодоношения происходит при определенном диапазоне перепада температур. У каждого гриба этот диапазон свой, поэтому одни грибы растут летом, другие под осень, а третьи растут вообще, можно сказать, перед самой зимой, когда ночью становятся уже заморозки, то есть иней на траве, а днем становится плюс 20-24. Вот тут включается эта кнопочка, которая запускает образование плодовых тел. Поэтому как-то искусственно простимулировать образование вот этих плодовых тел поливом — это сделать невозможно. То есть избыточная влага под пеньком даст только сгнивание мицелия, и на этом все закончится. А условия, которые могут подойти, когда вот эта кнопочка включается у вешенки, она более
такая она любит или ранняя весна, или поздняя осень. Это октябрь, ноябрь, где-то в таких. И последний урожай, который я вот собирал, ну, в случае было, это было 7 января. 7 января я последний раз... 7 января, просто зима такая была, теплая. И вот 7 января, самое позднее, я собирал вешенку с пеньков. Это уже упал просто снег, она была замерзшая. То есть я ее снял уже в замороженном виде. Ну, разморозили там и приготовили. Вот такое. Ну и на этом видео пока будет все. Все понятно, что хотел сказать. А вы были на канале Funny Mushroom School. И с вами был, как всегда, Макс Селлер. Относительно заказа мицелия и консультации можете звонить по телефону +38 066 13 77 579. До следующих встреч на канале Funny Mushroom School.